И вот какие изменения подготовил Кабмин в налоговый кодекс. Если инициативы поддержат, многим придется отдавать в казну побольше, чем раньше. Налог на доходы физлиц, превышающие 10 минимальных зарплат, на сегодня это 12 180 гривен, хотят увеличить на 3%, с 17 до 20. Те, кто получает проценты от депозитов и инвестиций, должны будут поделиться с государством уже не 15, а 20% своих доходов. Акциз на бензин планируют повысить на 2%. Продавцы алкоголя и сигарет также получат дополнительный 5% акциз с розницы. А владельцы роскошных авто должны будут отдавать казне 25 тысяч гривен ежегодно. Речь идет о машинах не старше 5 лет с объемом двигателя более 3 литров.